Всех приветствую. Продолжаем рассматривать картины художников, описание этих картин по книге «Великие музеи мира». Франсуа Буше, «Туалет Венеры», 1751 год, холст масла 108/85. Франсуа Буше был типичным представителем легкого, праздничного, повышенно декоративного искусства рококо. На его живопись оказало влияние творчество Антуана Вато, но легкая грусть, сквозящая в его картинах, Буше была чужда. Можно сказать, что Вато дал рококо дух, а Буше – плоть. Полотна мастера – сплошная чувственность, но на французский манер, когда любовь способна принять форму красивой игры. «Туалет Венеры» был заказан художнику его покровительницей, фавориткой Луи XV, мадам Помпадур, де ее шато Бельвью близ Парижа. Сама мадам Помпадур играла главную роль в одноименном спектакле в театре Версаля. На полотне Венера похожа на придворную даму XVIII века. У нее фарфоровое личико с томно-игривым выражением, жесты прелестной жеманницы, характерная прическа с естественно лежащими локонами. И вся она, несмотря на пышность форм, похожа на куколку. Амуры не столь наряжают эту очаровательную кокетку, сколько играют с ее волосами и украшениями. Возле Венеры вьются голуби, священные птицы, один из них прижимается к груди богини. Тело красавицы написано в редких и изысканных, но несколько неестественных тонах. Буше сделал это сознательно, он не стремился подражать природе, объясняя это тем, что природа несовершенна. Вот такое описание к работе Франсуа Буше «Туалет Венеры», 1751 год, текст по книге «Великие музеи мира». Пока-пока, до свидания, смотрим работу.